сейчас стрелял. Ты 24-84, да, закинься, я вижу там трупы. Это самое. Что я сейчас секунду, ребят, скажу. Прострируй все метки мои для командиров, там они все. 600 стреляйте, пойдет. А вот эти разрывы в камнях у нас, вот эти, это что дальше? Своё стрелял. Ты по камеру, да? Нет, нет, потом. Бег. Внимание, попал. С фаната можно работать? Да, бейте, бейте. Пацаны, обратите внимание на человека в камнях. Какого человека в камнях? Ага, понял, да. Он там сидит как дурак, дайте удар, давайте, прикрывайте. Убили его, да? Все, пойдемте на штурм. Ты мы откидывать, нет, по нам тоже бьют. Кидайте дымы, ребята, они будут катиться, полосу создавать бы. Ой-ой-ой, пацаны, кто там на краю города? От тебя противник, горящий ландак, от него правое здание. Метка дальняя актуальна, вот здесь они, там на две меточки. Рудаков, ты говоришь тому, кто здесь сейчас возле здания сидит, да? Да. Вот как он идет, пусть идет дальше, и к последней здании справа там приходи. Он на улице или в здании? Был на улице, забежал в здание. Мы наблюдаем, если выйдет, я скажу. Не, дальше. Да я понял, я на зачистку. Так, вот это я зашел в здание, следующий у меня, да? Да, следующая. Вот тебя на него смотришь. Только жив? Да. Снайпер, ты что вычислил, тебе раз это перестреляют? Я не знаю, у меня минус 2 бойца, сейчас падает, сидит, стреляет. Все, спасибо. Убил он? Да. Хорошо. Дальше... Коля, в принципе, никого, только следующее здание, там где мои метки. Там 2х, да? Да, где 2х. Ну, вот ты сейчас джамп заводишь, там эти дома слепые, там, блин, не знаю, где есть, нет. Угу, херово. Так, ну смотрите, в этот дом захожу, если не отвечу через 2 секунды, значит я мёртв. Так, сразу. Так, тут был, да, одного убил. Слышите меня? Слышу. Так, это чистый, мы тут были. Так, я зашел туда. Сначала гранату, потом... Да нет, тут, блядь, не с гранатами. Пойдем, да, все, на третьем. На третьем. Вижу за светом, в следующих домах на третьем. Вот смотри, видишь где-то на востоке от тебя, Жан? Угу. Вот там противник. Какие-то слышали, да? Ага, понял. Так, слышно, кто говорит. Это Слава, раз, Руханов, нашел. Вот. Что говоришь? Ты на третьем.
Да, сейчас на третий, на второй спускаюсь. Вот мой синий вопрос, вот и так же. Вот слева осторожно, джамп-спор, там противник. А это не он, просто сейчас вражеский ставит мне руки. Прикинь, я иду, кричу ему, слышь, ты хера ставит. Он рядом сидел с нашим. Так, где ты говоришь? Где ты говоришь? Да, вот где ты, вот там двор, не знаю, вроде чистый. Вот слева двор идет. На который я сейчас смотрю, да? Да, вот там должен быть противник. Там три здания, то есть два. Через арку туда будешь смотреть, там справа дверь, там смотри осторожно. А, нету. Рюкзак ношу. Обнови на себя метку. Не могу. Так, сейчас книгу. Вот тут. Да, видел тебя. Чей-то лут валяется, блин. Да, грем мало остался. Кто сейчас опять долбит? Это я. Убил, тут лежал, слышишь, да? Мёртвый, да? Да, я убил. Блять, пипец, это нахер СПН. К тебе с севера наш снайпер идет через дерево. Метров 100, смотри, а там, блядь, какой-то возбужденный пиздец. Он прям целится на твое место. Угу. Так, ну я сейчас на крышу выйду. А на соседнем фоне кто лежит? Сейчас, блин, вот это мы красиво поиграли, пацаны, бля. Это, по-моему, самый лучший спен дэш, что я вообще играл. Да, было круто. Всем спасибо.